Томат «Стрелы Амура». Это новинка 2018 года моей селекции. Сорт немножко похож по форме плода на тот же мой сорт «Кураж». Это оба сорта с одной линии идут. В общем, плоды этого сорта оливкового цвета с розовым разводом, румянцем. Вот. Такой вот сорт. Мякоть тоже оливковая. С небольшими розовыми пятнышками, разводами, отливом. Вес 249, 179. Куст высотой 1,20 м, среднеспелый сорт. С небольшой кислиночкой, очень приятной, такой как киви. И в то же время сладкий. Мне чем-то напоминает вкус очень сладкого вина. Даже такой мускатик есть. Из-за его вкусовых качеств я и оставил этот сорт в разработку, потому что вкус достаточно необычный. В общем, советую попробовать вам этот сорт, посадите и увидите, что его можно выращивать из-за его необычных вкусовых качеств. Очень вкусный. Консервированным мы его еще не пробовали. В этом году законсервируем. А в свежем виде, в салатах, он очень вкусный. Рекомендую.